Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день, и я забираю 15 самоцветов. Также бесплатный... Тихо, ты куда ты мне перекидываешь? Также бесплатный сундук. Так, результат, у нас закончилась гонка. Так, сейчас посмотрим. Мы проиграли, да, друзья мои, мы проиграли. Я почему-то тут на 16 месте. Самый грустный, самый несчастный, самый забитый. Так, следующую гонку активирую. Ну и, конечно же, приветик всем. Ну что, друзья, сегодня цель 16 тысяч кубков. У меня, по крайней мере, 16 тысяч кубков. Приключение. Застава Небесная Скала. Давай глянем, что это такое, а? Что это за застава Небесная Скала? Проехали как можно дальше. Не, ну в принципе это хорошо. Единственное, а, мы здесь уже были. Мы здесь были, видимо, еще на ролейке, которая была у нас не прокачанная, судя по всему. Да? Ой. Фу. Тихо, 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 не надо так. Братушка, не надо так. Блин, столько монет пропускаем. Слушай, ну тут шикарно. Вот сюда надо было, знаешь, с чем идти? С монетным этим, хотел сказать, ускорителем. Скажи, я скажу. Ой, я про горючку-то совсем забыл. А где она тут, горючка-то? А я ее тут и не видел. Вот и все, вот и приплыли. Открыли амортизаторы прыжков. Да, кисляк. Давай попробуем здесь, наверное, проехать. Там надо было, знаешь, с чем ехать? С монетным этим, с магнитом. Ох, я бы там монетки бы нахапал. А еще если бы у тебя был ускоритель бы монетный. Ух, там было бы шикарно. Но я же не знал, что там так вот происходит все. Ну, давай, родная моя машинка, не подведи папу. Чтобы все было сегодня четенько. Такой от полена получил пинок небольшой, сразу такой хоп, прыжочек сделал. Да, все как надо. Все как папа любит. Давай сюда. Просто не успеваешь прикоснуться к земле, сразу такой небольшой рывочек. И бустимся. Оп, оп. Ну, я так понимаю, здесь мы едем не за сундуки. Просто ставим рекорд. Я так понимаю, даже мне не будет начисляться опыт, скорее всего, за эту трассу. Ну, я имею в виду жетонов. Потому что жетоны всегда начисляются там, где ты получаешь сундуки. Вот там, да, там начисление идет. А здесь, не, здесь. Ой. Хорошо тут подкололи. Заезжаешь на полено, полено тебя, оп, переворачивает. А помнишь, как это было в какой-то серии? Я также заехал на полено, через себя кувырнулся и просто приземлился на крышу. Ну и, соответственно, конечно, сфейлился сразу же. Так вот, здесь что-то того было, только я успел вовремя съехать. Давай. А наш рекорд здесь был сколько, я смотрю, там. Да дофига мы тут проехали. Почти 4 километра. Почти 4 километра, ладно. А вот сегодня повезет, и мы побьем рекорд. Но это не точно. Блин, все-таки надо вот на эти гонки, знаешь, что брать? Монетный ускоритель. Ой, монетный ускоритель. Магнит. Сюда нужно брать магнит, потому что очень здесь много монет разбросано. И, конечно же, я все их просто не успеваю собрать.
Можно было бы даже, наверное, взять багги. Он бы собирал монеты и еще при этом бы ускорялся бы. И, ну, он не только монеты бы собирал, он еще собирал бы горючее. Вот так вот опасно, кстати, на самый краешек, когда полено приземляется, ты можешь нырнуть носом вперед. Так что это как бы рискованно. Вот тут отлично. Вот то, что горючку не взяли, это не есть хорошо. Потому что горючее, ну, через 50 метров, ладно, взять надо его. Так, я смотрю, еще 2 километра нам нужно проехать, чтобы побить собственный рекорд. Как под руку сказал, ребята, как под руку сказал. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну, видишь, нам за это ничего, ребята, не начисляется. К сожалению. Так, ну ладно, я поехал. Билеты кончились, билеты кончились. Блин, а я даже не успел, не поставил, да, на открытие ничего. Ну что, кубок ледника, а что, подожди, кубок ледника, нам надо поменять. Нам надо поменять наш профиль, давай вот такой вот возьмем. Бородатый бомжик. Бородатый бомжик у нас. Вот. Вот, ребятушки, вот вам и вся гонка на смарку. Как врезался, блин, в эту, в льдину. Уже, кстати, не это неоднократно уже происходит. Практически постоянно. Чего? У меня еще и горючка кончается, но я успел. Успел, ребята, взять первую позицию. Каким-то чудом, чудом из чудес все это вышло у нас. Так. Ну, конечно же, конечно же. Давай, 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 давай. Вытягивай, вытягивай, отлично. Фью. Можно не паниковать, Паниковский. Единственное, что вот мне бы горючее бы подобрать. А, ладно, и так пойдет. Проехали. Очень даже неплохо проехали мы эту гоночку. Блин, ты посмотри, впереди костюм классный. А у меня нету, ребята, у меня нету возможности открыть этот костюмчик, потому что у меня нет пропуска. Понимаешь? У меня нет пропуска, и все. Это было обидно. Вот сейчас что произошло, это было очень обидно для меня. Поехали. А багги вообще даже не пришлось, прикинь. Ей даже не пришлось отъезжать. Она взяла просто в наглую и проехала. А знаешь почему? Потому что она, по-моему, с ускорителем. Ну еще скажи, что это было не круто. Это, по-моему, было вообще, ребята, замечательно. А я обожаю, когда вот такие вот моменты. Просто враг уже летит и радуется. Ой. Ой. И что? То есть только этот, получается, проехал, да? Вот он. А я тут трачу время свое. Ладно, хоть не последний, третий. Это, конечно, была обманка. Я еще вижу, что там можно спуститься вниз. И как назло набираю скорость. Как назло набираю скорость. Чтобы самому себе навредить. Слушай, этот чувак на больших колесах спокойно здесь проезжает, я так понял, да? Он, видимо, подготовился. Видишь, я вот врезался, а он перелетел. Иди гуляй, парень.
Да что ты, ты давай еще перевернись мне тут. Фух. Нормально, хромуля. Так, первый снег, друзья мои. Первый снег выпал. Кстати, у нас, да, у нас зимние колеса. У нас шиповка. Но я что-то не вижу, чтобы мне это как-то помогало. Просто, ребят, не вижу. И этот мотоцикл там улепетал. Смотри, смотри, смотри. Последний. Вообще последним. Тот чувак, который где-то там позади был, он на своих попрыгульках нас обогнал. Опять без идеального старта все это произошло. Да опять, что ли, последним там еду, блин. Нет, сейчас пока не последним, но... Тут вторым. Но мотоцикл-то все равно приехал первым. Давай вниз поедем. Ух. Ты посмотри, 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 что чувак делает. Набрал гаденыш скорости и... Офигеть. Я, наверное, вторым буду. Да, ребят, я вторым. Эпические холмы. Ну, еще раз тебе говорю, мне... А, вот, 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 кстати, про танк мне говорили. Купить танк, прокачать танк. Как всегда начинается вот это 25-35, блин, прыжков, переворотов, блин. Давай, 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 давай. Я знаю, что этот танк любитель там прыгать. Попрыгулька стрекоза, это я точно знаю. Хоп, нормально. Так, тут две гонки еще впереди у нас. Две. Опять, блин, без старта идеального. Давай на колеса. Вот, когда на колеса приземляешься. Я уже говорил уже неоднократно. Именно когда в горку на колесики приземляешься вот так. Хоп, видишь. Мини-подрывчик. Просто мини-подрывчик, который тебе вытаскивает именно на поверхность. Без него, конечно, будет сложнее. Это... А если у тебя еще и колеса не прокачаны, да? По сцеплению, например. То все, ребят. Здесь тебе делать, соответственно, уже нечего будет. А этот по пятам ехал. Белая роличка-то. Прям по пятам. Блин. Там еще, там тягач, ребята, ух. Так, вроде бы нормально. Давай, давай, едь, хорошо, все. Все, 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 все. Можно расслабиться. Тынь-дынь-дынь, мы с морковкой там танцуем. Так, ну что. Блин, то мы только столько вот проехали. Столько едем, мы так маленечко проехали. Ну ёпр, да куда ты? Я уже думал, сейчас мы врежемся там. Запаниковал, сбросил кнопку газа, соответственно, все, ребят. Хотя, подожди, еще не все. Возможно, еще не все, ребят. Возможно, очень даже будет крутенько. Да? Да? Не ожидал? Я лично сам даже не ожидал, что мы приедем первыми. Фух. Вздохнем, так сказать, с облегчением, да? Попробуем здесь, наверное, ускориться как-то. Есть. Ну что, ребят, два первых места. Теперь уже, как говорится, на третьей гонке ничего не страшно. Потому что, ну, по очкам мы все равно будем первыми. Поэтому паниковать не стоит. Вот стоит единственное, что вот это вот зачем надо было делать? Непонятно.
Я просто залетел на финиш. Сундук готов. Сундук готов. Тяжеловоз, ускоритель фляг и колесный ускоритель. 116 тысяч уже у нас насобиралось. То есть можно что-то купить или пока. Ага! С крыльями. Ты видел, как его тоже занесло? Да идите вы в пень все! Кто-то писал в комментариях, что Рэй слишком много ругается на этой игре. Ребят, действительно ругаюсь много, потому что... Ну, потому что я очень злюсь, переживаюсь, и поэтому мне приходится так делать. Я не могу, когда напряженный момент, спокойно сидеть и смотреть, как тебя, например, тут обыгрывают, обходят. Вот и все. Так что слишком она меня на эмоции разводит. Меня в свое время очень сильно на эмоции выводила игра. Это Shadow Fight. Это просто жесть. Особенно вторая часть. Я там и матюкался, и что там только я не делал. Так что здесь пока до этого не дошло. Но она не менее, как говорится, эмоциональная. Слушай, SG Гульни, пожалуйста. Его заносит, ребят. Его заносит, его поднимает. О! Я не понял юмора. Хотел. А как он там, интересно, прибавил газу-то? Я не понял. Где-то там позади шмоникался, а потом что-то вдруг стартанул. С какого-то вдруг перепуга. Так, восхитительные диверсии у нас. Такие восхитительные, что прям нет слов. Так, я, насколько я помню, первая трасса для меня... Надо же, я не разбился, друзья мои. Ну и... Что это такое? Это что было? Радостно, я не разбился. И на тебе. На меня сверху упала какая-то штука. Нифига там. Ты посмотри, что делает этот. Как его звать-то? А там что за драйвер? Все, допрыгались, нет? Короче, ненавижу диверсии. Третий, да? Там разбился, тут третий. Короче, мне не видать здесь даже третьего места. То есть откат будет, 100%. Ну, если, конечно, я сейчас первое место не займу. Что маловероятно. Тут еще и лихач. Тут еще и лихач. Так, давай вот так вот сделаем. Ну, все равно третье будет место. Да, третье место. Откатываемся назад, как всегда. И песок в купальнике. Для песка в купальнике я возьму, пожалуй, багги. Нет, только не вот эти вот. Твою... Все. Все. Ну что, ну... Вот тебе и багги. Вот тебе и песок, блин, в купальнике, а. Слушай, а тут кто-то еще перевернулся, оказывается. Да, тут такой подъемчик, я манал. Ну что, я вторым пришел. Ребят, неплохой показатель для того, что мы там, извини меня, фиг знает сколько раз. Особенно с этим домиком, так это вообще было просто подставище. Так, тут выскочка. Что он себе позволяет, этот выскочка, а? Вот этот вот прыжок вверх, честно говоря, не особо бы и нужен бы. Но я первый приехал здесь.
А выскочка сзади. Выскочка прям по пятам. Давай, 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 бери. Твою налево. Все, приплыл. Конечно, приплыл. Все, ребят. Дебильное колесо вот это вот, заднее его. Не могу прям. Где мое раллийное авто? Единственная машина нормальная. Это раллийное авто. Все. Больше ничего тут нормального не вижу. Кибаги, шмаги. Все требухает дребудень. Видишь как? Как лодочка по волнам. Опять же, все, ребята, зависит от прокачки машины. Но у баги вот это вот, то что колесо, блин, вот это вот переднее, мелкое, ну, там, наверное, надо тяжеловес ставить, чтобы она, чтобы ее так не мотыляло. Мне других, как бы, нету здесь этих идей, как тут можно еще так сделать. Такс. Давай далее. Блин, нам еще гонок дофига надо сделать. Давай, 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 поддай газку, парень. Все. Все у нас получилось. Так, давай-ка посмотрим. Это мы еще даже до 3000 монет не доехали. Это до них доехать вначале нужно, а потом еще после них. Вованыч какой-то здесь у нас. Не разбейся ты, твою налево, блин. Круто. Но здесь было вообще великолепно. Так, давай дальше. Без идеального старта, опять же, поехали. Че там Вованыч, на чем он едет? А, на этой, на ватрушке. Я вот сколько раз заметил, вот постоянно идет ускорение именно вот на этом месте. Зачем? Зачем мне здесь нужен этот буст? Ха, нифига себе, выехал. Иди ты прогуляйся, парень. Он... Перед самым этим, да? Почти на финиш, ребята, вылез. Так, тут Вольф. Вольф откуда-то взялся, непонятно откуда. Я почему-то так и думал, друзья. Я почему-то так и думал, что будет специальное предложение бесплатно. Поздравляем с Днем Матери, Гензель. Друзья мои, я не знал, что сегодня День Матери. Надо маму поздравить с праздником. И вам тоже этого советую. Так, глубокий омут. Глубокий омут. Надо же, даже крышу не сорвало. Что обычно... О, а здесь уже да. А здесь уже чуть-чуть нас покоребило. Заехал первым. Вторая гонка. А что такое Гензель? Это что мы там получили? Это шмотка, я так понимаю, да? Какая-то Гензель. По-моему, это шмотка была. Труба, нет, не труба. Вот она, труба. У нас опять... сейчас бы было бы. Трындец. Просто два, ребята, два варианта было сейчас снести себе крышу. А этот на нитро шпарит.
Шпарун несчастный. Ну что же, ладно, если мы так поехали, погнали. Это где подводная лодка у нас, да, по-моему, нет? Это немножко другое место. Сейчас на трубу я, по-моему, приземлюсь. Все трассы перебрал и ни одну не угадал, ребят. Ну все, первое место. Опять приступайте к развлечениям. Да чтоб тебя, приближающийся ужас. Вот именно что, приближающийся ужас. Первая трасса, как всегда, мы на ней погибаем, да? Нет, тут немножко другая трасса. Тут у нас кто? Я смотрю, багги первым едет. О, нет, лихач, ребята, едет первым. Ну да, мне его вообще не догнать. А, на монетном ускорителе, понятно. Блин, я хочу на ролейку получить монетный ускоритель. И я никак его не могу получить. Вот сколько мы играем, нету. Не заслужил, не заработал. Давай, 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 там сзади, смотри. Вот это было плохо. Можно было, конечно, запрыгнуть и перелететь. Все пытаются, я смотрю, там все пытаются снизить скорость, но никто не попадает. А знаешь почему? Потому что уже разогнался до пупения. Вот как вот эти чудики здесь. Они берут монетный ускоритель и... явно промахнулся здесь. Кто-то там врезался. Потому что эта фигня, она толкает тебя как раз на стенку. Получается, я первый. Получается, я первый. И у нас, наверное, я так понимаю. Слушай, давай откроем. Магнит, амортизаторы прыжков. Это моя шахта. Это моя шахта. И я на ней катаюсь. Шведы. Нет, это финны или шведы? Чей это флаг, ребят? Ну, это, по-моему, не финны, точно. Или что? Ладно, неважно. Я знаю только немецкий здесь, это легион. А, леголепс какой-то. Легион. Легион — это я. Точнее, наш клан легион. Так, здесь очень хорошо перелетает. Оу! Замечательно. Леголепт. Хорошо подкололи. Ладно. Ать! Здесь перепрыгиваем. Трассы-то сами по себе здесь коротышки. Поэтому если ты изначально так вот ускорился, то, в принципе, ты первым и приедешь. Ну что, 3000 кубков берем? Нет, не берем. Не буду я брать никакой баги. Я поеду на ролейке. Хотел на песочке, думал развлечься. Но я что-то передумал. Я передумал. Надеюсь, не зря. Давай, 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 давай. Есть, финиш. Ну что там за сверлякало? Мразота какая-то. Баги, ты с ускорителем что-нибудь? Точно с ускорителем? Так тебе же нужно было бы еще взять этот. Как он называется, скажи, я скажу. Нитро. Подожди, почему-то мы тут все в кучу вдруг соединились. Все в кучу. Ехал вроде бы впереди. С этим, с баги.
И все как-то успели нагнать нас. Как такое может быть? Бандера, ё-моё, тут еще всякие ездят, а? Смотри. Так, ребят, я сюда не заеду. Надо вот так вот делать. А баги пускай там болтыхается. Да выпендривался. Так, ну что, 3000 монет, понятное дело. Ну сколько, я так думаю, что еще, наверное, гоночек 5 сделаем. И сегодня 16 тысяч кубков будет в кармане. Кстати, друзья мои, всех с предстоящими праздниками. С 9 мая. Так, тихо. Там, я не знаю, там что там. О! А чувак там какой-то выехал, видел? Валунчик начал толкать. Я проезжал, а он там валун бьется. Головой. Бьется об валун головой. Давай, не подведи. Что там, где эти супо... О, финиш уже. А супостаты? Ну нифига я от них оторвался. Две баги. Интересно, было две баги и... Кто там еще был у нас? Три баги здесь, прикинь. Вот объясни. Они что, блин, как они проехали? Этот вообще проехал, как будто даже ничего и не было там впереди. Понимаешь? Как будто никакого препятствия. Тем более на баги. Баги, она сама по себе слабенькая, легкая. Она не должна была так вот пробить легко препятствие и ехать, как будто его не было впереди. Ее бы там так... Скорость бы он точно потерял бы, однозначно. Но нет. Я такого лично не заметил. Этот, ребят, на ускоряшке едет. Диду этот. Ну, на ускоряшке я имею в виду в плане того, что у него... Это тоже на монетном ускорителе. Это болезнь у этой машины, я знаю, у ролики. Точнее, не у ролики, а у супердизеля. Ты видел, он когда приземлился, он все там забуксовался. Вот. Он, может быть, разгоняет скорость, но если он прыгает с большой высоты, он как мешок с картошкой становится. Он просто теряет все сразу же. Всю свою скорость, все вот это вот. Уж я-то на ролике отъездил, сколько там часов, фиг знает. Ну, дофига я накатал. Это же самая первая моя машина была, на которой я ездил. Потом у нас появилась раллийная авто и так далее, там подобное. А на супердизеле я знаю прекрасно, что к чему и почему. Поэтому, естественно, для меня был пупенный комфорт, когда я, например, пересел с супердизеля на раллийное авто. Потому что по управлению они практически одинаковые, но в отличие... От супердизеля, когда ты здесь приземляешься на землю, ты хотя бы едешь нормально. У тебя нет вот этого забуксовки. Нет вот этого сразу моментальной потери скорости. Так что... Она крутая машина эта. На лихаче, я, да, я попробовал, ребята, как-то в свое время на нем погонять. Но действительно, как вы говорите, надо научиться на нем ехать. Чтобы он не перегревался и чтобы детали от него не отлетали. А иначе все, иначе он просто сломается и не доедешь даже до финиша, как у меня в принципе и было в первые разы. Потом ломался. Так, тихо, это что? Не надо? Ё-моё. Фью. Обычно мы там с тобой проваливаемся в эту лаву. Но, как видишь, тут нормально. У меня вопрос в другом, а у нас что, здесь одна гонка? Горючее надо брать. Срочно. Меня кто-то внизу. Внизу, ребята, перегоняет. Он что там, на попрыгульках? Мне показалось, что он там прыгает. Нет? ККМ-ка? А где он? А, он и был, да?
Ну и все-таки я первый проехал. Так, дай-ка я заберу здесь награду, маневры. Так, сделай 6 поворотов, а вот это вот. Выиграй 6 гонок, о. Правда, я, наверное, не успею, потому что у нас воскресный чемпионат идет. Идеальная трасса, по-моему, для раллиных. Ну, для спорткаров, в принципе, тоже. Карлос. Смотри, 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 смотри. Чувака там подкинуло, я и вырвался все-таки. Его подкинуло, когда он на мосту уехал. Он врезался о бордюрчик вот об этот небольшой. И вот так хорошо подкинуло. Теперь я понимаю, почему говорить, что надо уметь ездить, потому что можно перевернуться на этой машине на изи, просто. Просто в легкую. Пока мы с Карлосом едем, ну, почти нога в ногу. Нет, он все-таки немножко подгазовывает, да, ребят. Он меня не упустил, не пропустил меня вперед. Не было никакой такой существенной преграды для него. Где его? А, так он еще и этот ездит. Ёк-макарёк. Я только сейчас увидел, что он, оказывается, берет с собой ракету, которая дает ему дополнительный буст. И помимо ракеты у него, вот и все. У него еще нитро было. Вот оно что. Вот он как все меня обгонял. А я без нитро шпарил. То есть я как бы по чесноку еду. А он, видишь, он ракету применил. Это раз. Сейчас вот он будет брать горючку. Вот здесь, смотри, сразу бустится. Потому что нитро. Ну вот на нитро, если он врезался бы вот здесь, вот в эту штуку, тут, конечно, ему перелететь. Он... Перевернись. То, что он перевернулся, это мне дало как бы небольшое, друзья, преимущество. Нам немножечко осталось. Так, денек гонок у нас. Просто гонок день. А? Макли. Макли. Если ты взял с собой вот эту вот нитро, тебе надо было взять, парень, и магнитик тогда. Вот. Только ролейки здесь показывают мастер-класс, высший пилотаж. Вторая будет ролейка, 100%, видишь? Третья даже рейка, а этот баги. Дупленыш этот баги, я тебе скажу. Кстати, нам надо будет, знаешь, что сделать? У нас прокачана машинка Hill Climb. Я вот хочу на ней покататься. Я понимаю, ребята, что это будет стрёмно. Но пока на ней не стоит никаких рекордов, мы можем на ней спокойненько поездить. То есть пока рекордов на ней никаких не набито, нам будут давать с собой легких противников. Вот я к чему говорю. Надо будет, наверное, в следующей серии запиликать. Ну что? А, блин, я уже хотел сказать, ну что, берем с тобой 16 тысяч кубков, но тут еще, оказывается, у нас гонка. Нет, Макли, ты, конечно, хорошо стартуешь. Тут спору нет, но... Я уже неоднократно убеждался сам, что против раллийных авто баги, ну, ничего не сделает. То есть, конечно, каким-то чудом там не повезет. А у него что там стоит? А, для переворотов. Для переворотов. Вот, вот, ребята, 16 тысяч кубков мы получаем. Монетный ускоритель именно дают нам на супердизелек. Так, что я хотел? Я хотел... Вот, ребята. Например, у нас Hill Climb, да? Вот она. Она полностью у нас прокачанная, абсолютно. Единственное, что на нее не прокачаны, это детали. Детали на нее не прокачаны, да. Тут уж... Ничего ты не поделаешь. Можно, конечно, сейчас попробовать прокачать. Но ценники-то тут такие. И вот, например, монетный ускоритель. Нужен ли он здесь? Вопрос интересный. На самом деле, да? Что тут еще есть? А, у нас же тут защиты на ней нет. То есть любой потолок или еще что-нибудь, все, ей хана. Ладно, в следующей серии, я думаю, если не забуду, мы, наверное, все-таки протестим, как это будет все выглядеть. Так, ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, так, подожди-ка, я еще куплю танк. Вот. И на этом буду заканчивать сегодняшнюю серию. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.